Всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрич, ребятки, мы снова с вами находимся на проекте Black Rush, это мобильная GTA, которую вы все так давно ждете, поэтому очередная серия сегодня специально для вас. Итак, ребята, продолжаем играть с вебочкой, в общем-то, как вы прекрасно видите, промокодик сегодня у нас также остается все там сверху, почему я рассказывал в прошлой серии, если не слышали, то потому что у меня новый монитор и по-другому снимать не могу. Итак, дружище, если ты еще не играешь на непосредственно мобиле своей, а именно на андроиде, я играю, напомню, что с Honor 20, то присоединяйся в GTA, ссылочка на нее есть в описании. Переходишь по ссылке, скачиваешь лаунчер, лаунчер за тебя все устанавливает, заходишь на оранжевый сервер, где я играю, название видно сейчас в левом нижнем углу непосредственно, чтобы ты понимал, как это называется. Ну и все, вводишь ник, регистрируешься, играешь, и на втором уровне приходишь ко мне в семью, я тебя принимаю. Все очень просто, дружище, поэтому встретимся с тобой в игре, надеюсь, ты, будешь со мной тоже играть. Итак, ребята, сегодня довольно-таки интересная серия, потому что я решил заняться плотно автопарком машин. У меня, кто не знает, в автопарке, непосредственно, давайте я вам даже покажу, какие машины у меня... непосредственно сейчас здесь 4 Альфа Ромео. Они очень хорошие, но, во-первых, они стоят всего лишь 3 миллиона, но при этом они едут 304 км в час, плюс одни из самых быстрых нормальных машин. Но это уже морально устарело, потому что все-таки семья довольно-таки крупная уже, и я думаю, что статус тоже нужно повышать. Один гелик в семье есть, поэтому сегодня я решил вместе с вами поехаться и выбрать тачки для семьи новые, которые мы непосредственно с вами прокачаем и потом для основного офицерского состава и для бойцов непосредственно, конечно же, загрузим на сервер, дабы они получали удовольствие от того, когда гоняют на конты. В общем-то, в чатике очень много сейчас пишут по поводу того, как получить ранг бойца, либо то, либо сё. В общем-то, все очень просто. Вам нужно, ребята, просто нормально, адекватно играть, участвовать в контах и получать удовольствие, конечно же, от игры. Так, я вижу, что мои ребята непосредственно собрались ехать, видать, на конты. Поэтому тачку, ребята, мы сразу менять не будем. Наша задача сегодня купить тачки, протестировать. А потом все это дело непосредственно я уже, когда не буду мешать основному составу справляться с их обязанностями, мы поменяем без каких-либо проблем. Поэтому будет небольшой сюрприз. Новенький Мерс, кстати, кто обратил внимание, тот молодец. У меня второй такой уже есть. Опять-таки, поехал на шару. Просто открыть контейнеры, и опять-таки с одного мне упал Range Rover за 10 миллионов, а со второго мне упал вот такой вот Mercedes. Mercedes AMG GTIC, офигенский автомобиль. Сначала думал кинуть его в семью, но у него есть единственный минус, он, ребята, двухдверный, то есть всего лишь на два человека, а поэтому он нам не подходит. Данный Mercedes, кстати, в стоке, я его сейчас не качал абсолютно никак, поэтому что имеем, то имеем. Наша задача выбрать хорошую тачку, которая была бы в пределах непосредственно 38 миллионов, которые у меня есть на руках. В общем-то, выберем, прокачаем, сделаем одного цвета. И думаю, что будет у нас счастье. Надеюсь, что из этого что-нибудь хорошее да получится. А Mercedes на самом деле очень хорош. Даже Дэну повезло. Я что-то там чебупеля не сбил, который стоял на дороге. Просто жесть, что происходит. Какие тут жесткие... ну, не пробки, да, пробками не назовешь, но очень жестко стоят ребята, и прям шанс влететь и сбить кого-то очень и очень максимально высокий. На самом деле, я не знаю, какие тачки выбирать. Будем, конечно, смотреть обязательно на разгон, будем смотреть на максимальную скорость, на маневренность, проходимость, и, конечно же, обязательно машина должна быть на 4, как минимум, бойца, потому что, ну, это очень важно. Чем больше людей на контакте, тем лучше для семьи, разумеется. Так, вот такой вот AMG. Очень хороший автомобиль, на самом деле. Ничего против него сказать не могу, но нам придется его выгрузить, потому что мы сейчас с вами пойдем покупать новую машину. Что покупать, пока не знаю, но есть пару идей. Поэтому давайте посмотрим, ребята. В общем-то, из интересного давайте сразу посмотрим. Во-первых, на... Доджи хорош, но он двухдверный. Так, Mercedes двухдверный. Акулка, пожалуйста. Чит Акулка. Кто знает GTA 5, кто смотрит мои ролики, знает, что это за машина. В общем-то, машина очень хорошая. Mercedes GT63S. Очень хороший автомобиль, быстрый. 3,2 секунды разгон, 313 км в час. Непосредственно у него скорость. Давайте сделаем небольшой тест-драйв. Протестируем. Я, насколько знаю, Акулка очень хороша, потому что я на проекте катался у ребят на такой машине. И она просто офигенски управляется. У нее управляемый занос. При этом можно заходить в поворот и сразу же, получается, сжать газ. Офигенская тачка по всем параметрам. Давайте прокатимся по бездорожью. Что нам здесь она покажет? Довольно-таки неплохо, на самом деле. Врезался, окей, по кнопке не попал. Не попал по кнопке, такое тоже бывает. Потому что смотрю не в телефон, а непосредственно смотрю на экран монитора. И как бы...
Это тоже довольно-таки важно. Ой-ой-ой, араб. Да, я араб. На двух колесах еще по бездорожью. Не, на самом деле очень маневренная, очень быстрая, очень хорошая тачка. В принципе, 7 миллионов неплохо. Плюс прокачка, наверное, где-то обойдется лямов 8-8,5. Что, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. Но она быстрая, и при этом она по бездорожью тоже довольно-таки быстро разгоняется. Мне нравится. Мне нравится довольно-таки добротно. Поэтому давайте выйдем из машины и посмотрим, что там есть еще интересного. Так, опять-таки машины сбились. Быстренько проматываем. Демон, Мерседес. Дальше, Escalade. 6,4, 248. Очень медленно, не поедет. 2,7, 319 GTR. GTR отличная машина, но, ребята, она двухдверка, поэтому тоже вообще не вариант. X6. У многих, я смотрю, что есть X6, но он, ребята, 284, 4,1. Медленно, но, возможно, хорошо. Единственный плюс у X6, то, что на него можно повешать тюнинг. Поставить там отбойники, поставить непосредственно спойлер, но машинка... А вот, пожалуйста, первый косяк. В повороте непосредственно на скорости тормозить нельзя. Разгоняется он лениво. Но за счет того, что он ленивый, он будет управляемый более-менее. Да, то есть если акулка просто как будто на ручнике заходит в поворот, и здесь такое ощущение, как будто срабатывает АБЦ-шка, и все, и машина просто тормозит. По бездорожью, да, едет, но все-таки паркетник, он должен это делать, но он не разгоняется нормально по бездорожью. Ну не, ребят, он очень медленный. То есть в основном на контакт приходится кататься по бездорожью. Мне кажется, акулка здесь, ну, в разы выигрывает. Вы посмотрите, кое-как 172 разогнал, акулка бы здесь уже летела 200-250. Окей, X6 неплох, но у многих семей есть. А машинка такая себе-то на самом деле. И давайте еще один какой-нибудь вариант посмотрим, который есть. Выше X6, что-нибудь есть там вообще или нет. Panamera, двухдверка или четырехдверка, ну 3,7, такая медленноватая. Audi R6 у меня есть, машина хорошая, но она тоже медленная, не для контов абсолютно. Так, и BKM 5F90, кстати, давайте посмотрим ее. И не знаю, пойдет она или нет, но она уже стоит, ребята, 9,5 миллионов, и это очень дорого. Это реально очень дорого. А, понимаю, она даже не заходит по дороге в поворот. Офигеть, надо оттормаживаться. За счет того, что сильно оттормаживаешься, машину просто из-за того, что несет, получается, боком, она за счет этого заходит в повороты. Ну, что-то прям, ну, такое себе. Не нравится, максимально не нравится. Машина дорогая, но абсолютно не стоит своих денег, серьезно. Но при этом она быстрая. Вот что-что, при этом у нее очень лютое ускорение. Мне кажется, она по бездорожью тоже будет быстро разгоняться. Да, то есть она такая... Знаете, типа безумная тачка, которая выпуливает, но при этом контролить ее очень сложно. Ну не знаю. В общем-то, напишите, ребят, в комментариях, какую тачку выбрали бы вы. X6 солидно, дорого, но я смотрю на все показатели и думаю, что акулка именно будет хорошей машиной. Поэтому мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас купим акулку, прокачаем ее и посмотрим, прав я или нет. В общем-то, давайте прям сразу выберем цвет. Я думаю, что цвет новый будет вот такой вот. Ну, все остальное менять не буду. Окей, приобретаем. И давайте сейчас загрузим тачку и протестируем ее. Итак, ребята, я загрузил тачку. Вот он, Мерсик Акулка. Довольно-таки неплохой цвет. Осталось ее только прокачать, конечно же. И будет прям все очень-очень даже хорошо. А сейчас мы поедем по дороге смерти и посмотрим, насколько она реально хорошая. Единственное, что мне нужно сделать, это ее заправить возле ближайшей заправки. Ой, какой звук хороший. Офигенская тачка, единственное, у меня кепка торчит. Заметили, что у меня кепка торчит? Кстати, заметил, что под вечер на проекте стал появляться туман. Такое себе немножко противное явление, но имеет право быть, потому что уже поздний вечер, и это нормальное явление. Слушай, офигенский разгоняй, вы посмотрите на акулу. Вот кто мне после этого скажет, что машина хреновая? Машина, может быть, и не самая дорогая, но за счет своих характеристик основных она просто пушка. Ух ты, сейчас на максимальной скорости по дороге смерти поедем. Просто постараюсь не расфуфлядиться. Я, наверное, вот так немножко бочком сяду. Потому что проще смотреть в телефон, нежели в монитор. Охереть, скорость 300, ребята. 300 летим, и это без стейджев. 313 максимальная скорость. Как быстро я разогнал. Так, немножко надо притормозить. И заправить тачку надо. Резко торможу, ребята. Ладно, все, продолжаем вот здесь. Офигенски тачка себя показывает. Очень хорошо. Так, слэш-ай, заправили.
Так, тут полыхают ребята, но, в принципе, тоже имеет право быть. В общем-то, поездовым качеством все очень хорошо, ребята. Сейчас я доеду до первого тюнинг-центра, и мы непосредственно поставим неончики и посмотрим, что из этого всего получится. Поэтому я отправляюсь в путь. В общем-то, я уже приехал в город Южный, ребята. Здесь именно тюнинг проходит, поэтому мы сейчас доедем. Я выйду из машины, починю ее. Надеюсь, у меня есть ремка, потому что... Вполне возможно, что ее у меня нету. И потом непосредственно мы поставим какие-то фары определенные. И непосредственно потом, я думаю, что все эти машины здесь где-то я и припаркую неподалеку, дабы потом можно было толпой приехать и все их забрать. Так, отлично. Я приехал, давайте быстренько посмотрим, есть у меня ремка или нет. Приходится мне из этого выглядывать. Так, все отлично здесь. Здесь все хорошо, садимся. Сразу же закрываем машину и заезжаем внутрь. Давайте посмотрим, что можно здесь сделать. Так, цвет фар. Цвет фар. Я так думаю, что неончик-то у меня будет желтый, наверное, потому что синий с желтым хорошо сочетается. Давайте сделаем ему фары желтые, потому что почему бы и нет. 180 тысяч. Окей, пишите потом в комментариях, что сколько выйдет. Так, винилы. Винилов нету. Цвет машины понятно. Так, неоновая подсветка. Давайте сделаем неоновую подсветочку. Я думаю, что все-таки желтая, потому что синяя с желтым должна хорошо сочетаться. И я прав, да, ребята, неплохо смотрится. 120 тысяч. Так, по поводу цвета дисков тоже можно поиграться. Ну, на самом деле, ловить какие-то определенные, не знаю, есть ли смысл, либо нет. Потом, в общем-то, с ребятами поговорю. Если что-то интересное будет, то можно поставить. В принципе, вот такой серебристый серый неплохо тоже смотрится. Ну, на самом деле, давайте покрашу, а там посмотрим уже. Так, выгоняем тачку на улицу и смотрим поближе. Ну, слушай, ну, офигенски же смотрится акулка. Вы посмотрите, насколько она заряжена, насколько она прикольная. А сейчас наш путь пролегает в тюнинг-центр. Надеюсь, что там есть ребята из моей семьи, потому что в семье очень много ребята людей сейчас на данный момент. Всем этим очень плотно занимаюсь. Всех неактивных мы кикаем, а всех адекватных повышаем. Поэтому участвуйте в жизни семьи и непосредственно приносите пользу. Катайтесь на контейнеры, да и вообще занимайтесь тем... чем хотите, но при этом не нарушая законы семьи, я проехал все-таки на красный, тормоза немножко подвели. Ой, господи, ребята, я это снял. Я это снял, я сделаю маленькую ставочку. Вы просто посмотрите, что творят вот эти чуваки на автомехах. Они просто, ну, ненормальные люди, я считаю, но это просто жопа горит. Вот что он делает? Что ты делаешь, дебил? Фрик Сквад. Ребята, я не знаю, что за семья, но посмотрите на этого придурка и просто выкиньте его. Я бы с удовольствием посмотрел, какой у него ник. Сейчас посмотрим. Дата Адамс, а ездит как мудата. Вот такие вот проблемы. Итак, ребята, наконец-то я дождался механика. Это очень хорошо, потому что ждал я очень долго. Когда видос? Скоро. Завтра даже, наверное. Давайте так ему и напишем. Ладно, хорошо, что свой парнишка, который знает вообще, кто я такой. Но на самом деле механиков очень полно, а вот найти вот пока они здесь есть, ну, такой тяжелый на самом деле момент. Так, установка цвета. Так, блин, это мне все не нужно. Ладно, это опустим, покрасочные работы. Спойлера нету, бампера нету, бампера нету, юбок нету, выхлопа нету, закись азота. Закись ашота даже, я бы сказал. 20 тысяч всего лишь стоит, я думаю, что можно поставить азот спокойно на тачке семьи, это будет полезно, тем более, может быть, быстро нужно будет куда-то добраться, либо кого-то догнать, поэтому почему бы и нет. 20 тысяч, на самом деле, это копейки на такую машину дорогую, поэтому окей, ставим. Но вроде все хорошо. Так, по дискам стоит... Копейки стоят, поэтому давайте выберем какие-нибудь прикольные диски. Может быть, Воссоны всем поставить. Вот такие, типа, там стояли. Вот они стандартные, да? И очень сильно похожи вот на эти. Но, на самом деле, они мне не нравятся. Я думаю, что белые Воссоны будут смотреться очень-очень даже неплохо. Вот такие. Хотя это все-таки акулка. Может, больше спицы какие-то. Не знаю, ребят. По поводу вот реально колес не знаю. Вот такие тоже неплохие. Но у меня на гелике не стоят. ББСки, кстати, гоночные. Почему бы и нет? Давайте гоночные ББСки поставим, пускай они будут. И, в принципе, больше сюда ставить больше и нечего. Вот такая вот, в общем-то, машинка, на которую ничего не поставишь. На самом деле, ребята, я вот сейчас подъезжаю, получается, к чиповочке, где можно прокачать машину на первый, второй, третий стейдж. И я очень сильно удивлен, что тюнинг машины Нитро стоит очень дешево, а, допустим, тот же самый неончик аж 120 тысяч. То есть, как бы, политика вот экономики игры немножко нарушена, я считаю. Но, тем не менее, окей. То, кстати, какой это магазинчик. Возможно, в этом магазинчике можно будет купить ремку. Я починю сразу машину. Ну и покажу непосредственно вам, что из этого всего получилось. Так, давайте заедем. Первый пакет стейджа стоит 1 750 000. Я думаю, что для семьи денег не жалко. Немножко постараемся. В этом у нас увеличится управляемость и расход топлива уменьшится, что тоже очень важно.
Но я надеюсь, что она уменьшится, не увеличится. Поэтому один пакет стейджа, ребята, для семейных машин. Тачки будут заряжены. Спешл для семьи. И давайте посмотрим, что у нас из этого все получилось. Быстренько починим машину. Я думаю, что ребятам такой подгон должен понравиться. В общем-то, от первого лица. Вот такой вот красивый автомобиль. Посмотрите. Ну реально шикарно. Ну шикарно же. БПСки не знаю, тема не в тему, но белый цвет как минимум смотрится хорошо. Желтый подсвет, голубая тачка. В принципе, ну неплохо. Может быть, цвет потом поменяем, но мне все нравится. Поэтому, дружище, если ты еще не играешь, присоединяйся, играй, вступай в мою семью на втором уровне. И, конечно же, вводи промокод, который все это время видел сверху, вверху экрана. Всем большое спасибо, у семьи новые тачки, сейчас завезу еще 4, прокачаю, и будет счастье всем. Поэтому всем спасибо, что смотрели, и пока.